5 мая в ДЮСШ, станице Северская, прошел районный день призывника. С напутственными словами к ребятам обратился глава Северского района Андрей Дорошевский. Призывникам вручили памятные подарки и наказы на службу Отечеству. Учащиеся школ и творческие коллективы района подарили им свои творческие номера. В этот призыв ряды нашей армии пополнят 20 ребят со всего района. После торжественной части призывников ждали военно-спортивные состязания. Парни собирали и разбирали автомат, соревновались в стрельбе, эстафетах и других испытаниях.